российские десантники начнут получать новую самоходную противотанковую пушку «Спрут» СДМ-1 в 2020 году. Об этом в пятницу заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков. Госиспытания начнутся в декабре. Пройдут они в течение следующего года, а уже с 2020 года по плану машина начнет поступать в войска, цитирует генерала РИА Новости. В рамках госпрограммы вооружения ВДВ получит дивизионный комплект «Спрутов». Ранее эта машина вызывала немало споров. Фактически это легкий танк с меньшей, чем у танка, броней которому придется иметь дело с последним. Или БМТ-4, на которую установили танковую пушку 2А75, экипажу точно не стоит подставляться под огонь танков противника.